Приветствую всех на канале «Привет, я Индия». Смотрите, это что, капроновые колготки? Неужели? Ну да, это такие, как 100 ден вот эти. Может, знаете, как на Новый год, зеленые для елочки. Но Новый год уже давным-давно прошел, поэтому... А елочка осталась, да. Ну, пойдемте. Какие шапочки? Ну все, уже эти шапочки, уже все. Уже они никому 300 лет не нужны, конечно, эти шапочки, все. Ну, люди, знаете, зимой ездят куда-то гулять, снег смотреть, поэтому все-таки покупают такие, да. Да, кто на скутерах ездят, тоже вот такие шапки одевают. Потому что... О, ладно. Спросите у меня, я на скутере езжу. Ну, шапку не одеваю, но все равно платком заматываюсь, Люд. Очень холодно, правда. Поэтому перчатку одеваю. Не, ну по ночам не езжу, конечно. Если так поблизости. Вот смотрите, появилась моя любимая чиза в KFC. Как пицца, только на основе мяса, Люд. Я обожаю. Вот эту штуку я жду всегда, но она очень редко бывает. Наверное, раз в год только. Зайдем сюда обязательно потом. Ну вот Людочку проверяют. У меня вот такой маленький парсик. Такие вот слингбеги, они не проверяют. А вот такие вот большие сумки, они уже полностью досматривают. Даже записывают там что-то. А что, не ваше прям имя записывает, номер записывает? Нет, не записывает ничего. Я думала, она у вас прям там что-то записывает. Ну, очень пусто, конечно, потому что все праздники давным-давно уже прошли. Поэтому я думаю, что все скидки прошли. Хотя нет, вот уже вижу до сих пор еще сейл 40%. Скидки есть. Ну, там уже просто все выбрано. Здесь уже никаких скидок нет. Здесь только раз в год бывает 2-3 дня скидки. И все. Потом целый год никаких скидок не бывает. А что там такое? А, Люда что-то снимает. Я думала, ее там хлопнули за что-то. Остановили, может быть. Вот это, кстати, магазинчик тоже классный. Мама Ирт. Тоже. Здесь хорошие разные крема. Очень такая доступная косметика. То есть каждый может позволить себе. Ну, я смотрю, есть еще скидки. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, всегда заглядываюсь на эти тапочки индийские. Красивые, конечно, очень, но моего размера никогда нет. Такие размеры маломерки. А вообще очень красивые. Они из недорогих, 200, 300, 400 рупий. Поэтому даже если быстро испортятся, не жалко. Ну, люди, я смотрю, здесь всегда покупают. Здесь всегда полным-полно клиентов. Вот смотрю, здесь сумки, тоже 50% скидки. Сейчас зайдем, посмотрим. Слингбэк чей-то? Весевала бэк чей-то? Слингбэк. Сабме дискаунт хэ аби? Угу. Ну, здесь вот есть до сих пор какие-то скидки. Сейчас посмотрим. Мне нужен как раз вот сумочка такая, слингбэг. Все, никак не могу найти себе подходящую. Угу. Но мне, понимаете, мне нужен, чтобы размер был нормальный. Мне не нужна мелкая. И не мелкая, и не крупная. Такая средняя, скажем так. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим.
Евала Никалки Дыхаду. Таких людей надо снимать, люд, которые прям останавливаются и смотрят. Нет, они на нас. И как только они увидели, что я их снимаю, они сразу убежали. Я таких сразу начинаю снимать, люд. Вот тогда... Ну, нельзя же так смотреть прям... Не моргая. До сих пор есть дискаунты. И очень много даже. И 60%. Давайте зайдем вот... Вот эти одежду тоже. Давайте зайдем. Ну, сколько они стоят? Вы спросили? 500. За 500 рупий такого не бывает, люд, чтобы не пропадало, не портилось. Нет, иначе я покупала. Хорошие такие сережки подороже я стоят. Я не покупала. Очень прикольненькие. Это. Эти. Из медицинского какого-то металла. Ну, медицинский металл, да. Медицинский металл это вот, я допустим... Я вообще хотела, ты... Из медицинского металла у меня... Это тоже из металла. Щипчики для кутикул, Сталекс. Они вообще никогда не портятся, не ржавеют. Это да, если из медицинского металла. Тогда такое действительно, да. Ну, так оно будет стоить не 500, люд. Оно будет стоить намного дороже. Потому что я знаю, что вот это все равно оно темнее. Ну, смотря за какую цену. Те, которые, конечно, подороже, те качеством хорошие. Красивые, конечно, красивые, но... Ну, это все, конечно, не золото. Но мне больше вот такие, конечно, вещи нравятся, более традиционные. Ну, я же так на каждый день не одеваю, люд. Я одеваю только под традиционную одежду, поэтому мне бы что-то вот в таком стиле. Дыхасак тыке? Ангурь его гора дыхадо? Традиционал мы дыхадо? Вот, смотрите, я одела. Очень понравилось мне это кольцо. Вот это одела и вот это еще померила. Из тайпки орби гека традиционалми? Не, бас ей ге? Мэтлоб орби гека пучрю? Не, ус тайпки не миле ге. Мэтлоб бол претен не миле. Ну, пока девочка мне там упаковывает, я вам хотела еще в таком традиционном стиле, вот, стиль именно золота, под натуральное золото, вот такие вот еще разные браслеты вам показать. Тоже классные, красивые, но именно браслетов я не ношу. В смысле, вот в плане чури. Я люблю браслеты, чтобы они просто открывались были на замочке. Потому что их очень трудно одевать. Я взяла все-таки вот это. У меня сегодня очень удачный день, люд. Прям обновка за обновкой идет. Ну да, смотрите, для мобильника холдер взяла такой удачный, теперь колечко такое классное, прям, я люблю, когда вот такие, знаете, вещи прям нравятся сразу, моментально, прям берешь, не глядя, так сказать, вот такое я люблю, конечно. Ну везде он до сих пор еще скидки, но в это время, конечно, к концу уже... К концу сезона, к концу скидок уже обычно тут просто уже остаются просто переберки. То есть уже выбора никакого, размеров никаких. То есть уже остаются остатки сладкие. Так что, ну я смотрю, и пусто, конечно, пусто. Очень пусто. Хотя сегодня что у нас? Вторник. Может, конечно, рабочий день. Ну, плюс экзамены у детей. Когда у детей бывают экзамены, мамочки вообще не выходят никуда на улицу. Ни дети, ни мамочки. Сидят дома, все учатся. Но мы так не делаем. Это что у нас? Что-то рекламируют. Может, какой-то фэшн-шоу будет. Не знаю.
Ну, здесь написано, что это какой-то действительно как интерьер фэшн и интерьер дизайн. Я думаю, что это какая-то будет все-таки выставка. И написано, что мы даем дань, отдаем дань и уважение военным, которые защищают нашу родину. Вот на такие вот курты, свитера, на это все уже 50% скидка. Ну, конечно, кто его уже будет брать? Ну, и вообще такое толстое, если честно, я даже никогда и не покупаю. Это такие вещи я покупала только, когда вот я жила в Дели. Там действительно очень холодно. Здесь мне, если честно, даже никогда и не понадобилось. Поэтому такие вещи я здесь не покупаю. Здесь тоже, смотрю, везде 50% скидки прям до сих пор. Можно что-нибудь посмотреть сейчас. Здесь и так все очень дешево. Ничего мне там не понравилось. В Макси вообще мне очень редко что-то нравится. Прям очень-очень редко. Понравилась одна курта, но она стоила дороже, чем я думала. Ну, а там все-таки качество вещей очень так себе. Футболочки молодежные. Сейчас очень модно такие вот футболочки с разными принтами. Вы меня всегда спрашиваете цены. Ну вот смотрите, например, 599 рупий. Это вот этот Хани. Вот такой со спайдерменчиком. Ну здесь скидок я уже не вижу. Скидки уже закончились. Больше скидок я никаких не вижу. Ну, висит все то же самое, что и до Нового года. Все тоже как бы. Вот эти курточки, я вам уже говорила, по-моему, в одном из прошлых видео, что то, что вот не допродается за зимний период, а зима здесь очень короткая, быстро все заканчивается, поэтому начинаю дисконтировать вот так вот 40% офф. Ну и, в принципе, они, эти курточки здесь не нужны, потому что здесь у нас не холодно. А потом мне один раз, я спросила, и мне рассказали, потом их отправляют куда-то в холодные районы, потому что там, наверное, круглый год нужно, вот как в горных районах, там всегда бывает снег. А здесь даже у нас такая зима, даже зимой, можно сказать, все равно холода никакого нету. Так и висят все вот эти курточки, пальто, никто их не берет. Свитеров куча разных, прям навалено все. Сейчас, кстати, мех очень в моде, вот такие меховые. Это вязаный такой, как пальто-свитер. Вот такой мех сейчас очень в моде, типа шубы. Мы, если честно, в этом году была такая теплая зима, я даже не вытянула свою вот верхнюю одежду, пальто, какие-то куртки, так они и остались все внутри, я ни разу даже не одела. Так получилось, что мне даже и не понадобилось. Настолько в этом году жарко. Волочки. Я вообще, кстати, сегодня не за вещами пришла. Мне Люда сказала, что сегодня здесь какая-то будет экзибишн, выставка. Я вот из-за этого чисто пришла. Вещи мне не нужны. Сейчас я брала уже себе до этого. Поэтому. Ну, здесь вот тоже до сих пор дискаунты. Один, если одну берешь 30, 2 40, 3 50. Ну вот как раз сразу курта попадается такая, как у меня есть. Я взяла уже. Размеры, естественно, уже все выбранные. Уже ничего не купишь. То есть размер подобрать, это уже просто нереально. Кстати, все то же самое. Вот это у меня тоже есть, хорошее, понравилось мне. Все.
все то же самое абсолютное. Но ничего не вижу. То есть вот это уже будет до конца сезона, я так думаю, все это продаваться. Но я ничего не вижу вообще. Ну все, пошла я Людочку искать. Вот Людочка наша тоже себе что-то ищет. Ну как же она себя найдет, если она привередливая очень? Ей же надо, чтобы все выточки сидели, чтобы каждая складочка была на месте. Ну как же угодить? Так я же еще из Дели привезла. До сих пор я их еще не переделала. Я даже показать. А что, там тоже переделывать надо? Все надо переделывать. Пуговичку перешить. Да ну вы что, Люд, зачем тогда покупать вообще, если переделывать? Столько мороки. Лучше тогда шейте сразу вообще. Симпатичная такая, с вышивочкой. Ну померяйте, пойдите. А сколько денег стоит, Люд? Это W, да? W 1899, Люд. Нормально. Ну да, если одну 40%, если две 50%. Неплохая цена, между прочим. Можете померять. А вот это что за размер? Вот это тоже симпатичное. Угу, такая прям. Вот эту я померяю даже. Вот эту я даже померяю. Carry bag деду? Ну вот если что-то падает, они сразу подходят и... Ой, вот это симпатичное тоже. Посмотрим, есть ли размер. Нет, размера нет. Вот эта расцветка мне очень прям понравилась. Я happy size не яке? А? Вот это. И ткань такая классная. Да? А что за ткань, Люд? Ну это маленький размер, Люд, это 12. А тебе какой надо? Мне 14 или 16 нужен. Вот такая же синяя. Ну тоже, что вы думаете, тут сейчас так размеры легко найдешь, Люд? Десятые вот эти мелкие размеры остались. Ой, сори, ларж даже и нету. Я же говорю, размеров просто не подобрать. Даже если что-то нравится, то обычно размера уже нет. Вот эта курта очень мне понравилась. Такая она как бы и на каждый день, но в то же время вот такая вышивка очень такая спокойная, такая вот ненавязчивая ткань лива, то есть очень такая мягкая ткань. Понравилась. Сейчас еще подумаю, но больше уже как бы больше у меня уже хорошо сидит на мне.